Друзья, всем привет! Сегодня расскажу, как использовать можно автомобильный пылесос маленький, вот такой, например, китайский, с аккумулятором, литиевым аккумулятором на 12 вольт. Ну вот как у меня есть аккумулятор такой, 12 вольт, 20 ампер часов. Очень удобно и мобильно, то есть вы не привязаны к прикуривателю в автомобиле. Нужен только вот такой вот переходничок под прикуриватель, ну, если не хотите отрезать штатный. И все. И очень удобно использовать данный пылесос. Его можно использовать как в автомобиле, конечно, так и да где угодно. Там, где нужно убрать пыль. Друзья, вот пример. У меня в автомобиле Subaru Impreza. Смотрите, когда выключено зажигание, и я вставляю в прикуриватель этот пылесос, вот он не работает, потому что прикуриватель отключен от аккумулятора, когда ключ зажигания не повернут. Поэтому использую свой переносной аккумулятор, подключил, включаю. Также удобно работать на заднем ряде сидений. Смотрите, не нужно тащить через улицу провода, а удобно положил аккумулятор на заднее сиденье, включаешь и работаешь. Также, друзья, сегодня хочу устранить вот такую вот проблему. Откуда-то берется ржавчина вот в этом месте, там, где крепится автосиденье, причем только переднее. Я не знаю, откуда оно берется, уже не первый раз. С двух сторон.